спросить Нину. Это я, Нина. Да? А почему у тебя такой странный голос? Странный голос? Ну да, как будто не твой. Ты огорчена чем-нибудь? Не знаю. А кто говорит? С каких пор ты перестал меня узнавать? Кого узнавать? Да это я, Вадик. Вадим Николаевич, да что с тобой? Ну вот, я не знаю никакого ни Вадика, ни Вадима Николаевича. Вы, наверное, номером ошиблись. Извините, пожалуйста. Телефоны соединились намертво, вы только не подумайте. Я очень тщательно набирал номер, который... Нет, я ни на секундочку не подумала. Вы очень заняты. Нет. Вы по какому вопросу своей Нине звоните? Да я хотел узнать, дома ли она. Соскучились? Ну, как вам сказать? Понятно, ревнуйте. Вы смешной человек, Нина. А сколько вам лет? Мне 15. А вам? Больше 40. Ага. А вы где со своей Ниной встречаетесь? Знаете, если бы вам было 15 или даже 17 лет, мы могли бы с вами познакомиться. Я бы сказала вам, приезжайте завтра к памятнику Пушкина, я буду ждать вас ровно в 7 часов, и мы бы друг друга не узнали. Это было бы очень смешно, правда? Вы со своей Ниной где встречаетесь? Да когда как? И у Пушкина. Бывает у Пушкина, но в основном у России. Это где такое? Ну, кинотеатр «Россия». Первый раз слышу. Ладно, а вы одна дома? Одна. Мама в госпитале работает, сегодня вечернюю смену. Могла бы и домой вернуться, но пропуск забыла. Вам уже спать пора ложиться, завтра в школу рано. Вы со мной заговорили, как с маленьким ребенком. Да нет, что вы, я наоборот с вами разговариваю, как со взрослой девочкой. Хорошо. Только сами, если хотите, ложитесь спать в 7 часов. И больше не звоните своей Нине, а то опять ко мне попадет, разбудите меня маленького ребенка. Алло, это опять вы, Вадим Николаевич. Я так и знала, что вы еще раз позвоните. Вы только трубку не кладите. Мне правда очень скучно и читать нечего. Да, да, давайте разговаривать. А почему вы так поздно и не спите? Ну почему поздно? Сейчас только 8 часов. Да у вас часы отстают, уже 12 час. Вам так хочется от меня отделаться, просто ужас какой-то. Сейчас октябрь, потому что мне рано. Вам кажется, что уже ночь. А, теперь ваша очередь шутить. Ну вы мне сейчас скажите, что у вас не октябрь сейчас, а февраль какой-нибудь. Нет, декабрь. А вы ужинали? Не помню. Значит, вы голодны. Нет, не голодный. А я голодная. А что, дома совсем нечего есть? Совсем нечего. Хоть шаром покати. Смешно, да? Даже не знаю, чем вам помочь, и денег совсем нет. Есть. Ну, совсем чуть-чуть. Да и только... А хотите, я посмотрю, что у меня есть в холодильнике? А у вас что, свой холодильник есть? Ну да, старый, север, знаете такой? Нет, не знаю. Ну а если что-то найдете, что потом? Ну потом схвачу такси и привезу вам что-нибудь. А вы далеко живете? Я на Сивцевом Мрашке, 15/25. А я на Мосфильмовской, это за университетом. Опять не знаю такое. Ну что там у вас? Сейчас я перенесу телефон, и мы с вами посмотрим. Вы что, телефон за собой носить можете? Ну да, ваш где стоит? Вот в коридоре. Ну что там у вас? Вы не подумайте, я просто так спрашиваю. Сейчас, одну секунду. А есть яйца куриные. Яйца? Ну, да, но это неинтересно. А вот есть курица французское мороженое. А мороженое вы ее долго совсем варить будете, проголодаетесь. А есть сардины, 60 копеек банка и полбанки майонеза к ним. Вы слышите меня? Слышу. А вы зачем так шутите? Мне сначала интересно было, а теперь как-то не очень. В самом деле так проголодались? Нет.
уже знаете. Что знаю? У вас красная икра есть? Нет. Есть только хлебалтус. Не надо, хватит. Я уже все поняла. Вы тоже голодны, да? А что у вас из окна видно? Из окна? Дома, фабрика, железная дорога. По ней как раз сейчас идет электричка. Вы все это видите? Ну, электричка, правда, далеко идет, но цепочка коньков видна хорошо. Вот вы и врете. Нина, нельзя так со взрослыми разговаривать. Взрослые могут ошибаться, так в чем же я ошибся? Вы ошиблись в том, что увидели электричку. Ее же невозможно увидеть. Ну а что, она невидимая, что ли? Да нет, почему видимая? У вас на кухне свет горит? Да, горит. У меня лампочка в холодильнике перегорела. Как бы я тогда лазил туда? Вот видите, я вас опять поймала. Нина, милая, на чем ты меня поймала? Если вы смотрите в окно, значит, откинули затемнение. А если откинули затемнение, значит, погасили свет. Верно? Верно. Нет, неверно. А зачем же затемнение? Война, что ли? Как же так заираться-то можно, а? А что, мир, что ли? А, я понимаю, Вьетнам, Ближний Восток, я ж не об этом сейчас. Я не об этом. Вы инвалид, да? Нет, благо у меня все на месте. Значит, у вас бронь. Какая бронь? Почему вы тогда не на фронте? Нина, на каком я могу быть фронте? На самом обыкновенном. Где все? Где папа? На фронте с немцами, я вам серьезно говорю, я не шучу. Может, вы мне не врали про курицу, про яйца? Нет, не врал, и никакого фронта нет. Может, мне в самом деле к вам подъехать? Слушайте, вы перестаньте. Мне сначала интересно, весело было, а теперь как-то не очень. Вы почему не на фронте? Нина, на каком я могу быть фронте? Какой вообще может быть фронт в 1972 году? А вы мне разыгрываете! Вы мне разыгрываете! Вы чего замолчали? Вы уж говорите теперь лучше. Нин, какой сейчас год? 1942. Нина, сейчас 1972 год. Война кончилась 27 лет назад. Ты это знаешь? Нет, не знаю. Да ты знаешь это. Да сейчас 12 час. Сейчас декабрь. Да. Да ладно вам, Вадим Николаевич. Должна была сразу догадаться, что вы мне курицу не привезут. Почему я курицу не привезу? Потому что французских куриц не бывает. Почему французских не бывает? Во Франции немцы. Во Франции нет никаких немцев. Да если только туристы. Но немецкие туристы у нас бывают. Это как так? Это кто их к нам пустит? Ну а почему бы их не пускать? Слушайте, вы не вздумайте сказать, что фрицы нас победят. Вы шпион. Вы вредитель какой-то. Нет, никакой я не шпион и не вредитель. Я в СЭВе работаю, в Совете экономической взаимопомощи. Я венграми занимаюсь. Венграми? Венгрии фашисты? Нет там никаких фашистов. Венгрия социалистическая республика. Ладно, Вадим Николаевич, вы извините, что я с вами так грубо разговаривала. А вот вы можете придумать так, чтобы все по-другому было? Ну, знаете, как раньше. Чтобы папа домой вернулся. Чтобы война закончилась. Нин. Мы победим фашистов 9 мая 1945 года. Ну, может быть, этого очень долго ждать. Нет, сейчас слушай, не перебивай. И Берлин мы возьмем 2 мая. Даже будет такая награда за взятие Берлина. А Гитлер... Гитлер, он покончит с собой, его вынесут эсэсовцы во двор, обольют бензином и сожгут. А ты знаешь Петровку? Знаю. А ее переименуют? Нет, ее не переименуют. Так вот, слушай, там есть двор с аркой. И внутри этого двора есть подвал с закрытой решеткой. И если это октябрь 1942 года, то, возможно, в этом подвале лежит моя хлебная карточка. Я ее потерял, когда с ребятами в футбол играл. Вы что, вам ее прямо сейчас же нужно найти? Да я не могу, прошло много времени, но если вдруг ты сможешь, подвал должен быть открыт.
Скажи, что в крайнем случае карточку потеряла ты. Алло, Нина? Ник? А, Ник? Нет, мне другая Нина нужна. Нет, нет. Я не пил. Я тебе перезвоню. Я копался полтора часа в старых журналах и учебниках. Наконец-то нашел телефонный справочник. Первые три цифры были известны, Г1-32. И еще я знал, что если никто из нас не притворялся и не шутил, то телефон стоял сицем в Рашке, дом 15/25. Я нашел этот дом. Я нашел квартиру. В квартире никого не было, я позвонил в дверь напротив, открыла соседка и сказала, что Нина Сергеевна и муж ее уехали на север. И до весны не вернутся. Я собирался уходить, а она спросила, кем я и буду. Я представился. Вадим. Вадим Николаевич. Женщина выдержала паузу и отдала мне письмо. Дорогой Вадим Николаевич, я, конечно, знаю, что вы не придете. Да и как можно верить детским мечтам, которые оказались только мечтами? Но ведь хлебная карточка оказалась в том самом подвале, о котором вы мне тогда сказали.